Всем привет! Сегодня в Рашиф-Кинекте появился новый ивент с названием «Золотое королевство». Чтобы пройти этот ивент, нужно пройти 20 зон. Через каждые 4 зоны даются плюшки. Сегодня я уже прошел 12 зон. Сегодня я покажу на примере до первой четвертой зоны. Заходим в ивент и видим Верховного Жреца Краука. Нажимаем выбор войск, выбираем войска и идем в бой. Первую зону для прохождения нужно разведывать туман. Нам будет попадаться золото, три вида стражей, нормальный страж, элитный страж, главный страж. Чтобы пройти зону, нам надо будет победить главного стража. При встрече стража вокруг него блокируется туман, чтобы пройти дальше. Нужно его победить или найти другой путь. После победы над стражем будут выпадать благословения. Три вида, из которых нужно будет выбрать только один. За золото мы сможем купить реликвии через каждые 4 зоны. Сейчас я встретил главного стража. После его поражения смогу попасть в следующую зону. Я победил стража и могу выбрать благословение одно из трех. Хижина лекаря. Здесь можно восстановить 50% здоровья командира. Реликвии также можно встретить просто на поле. Во второй зоне также разведываем туман, побеждаем стражей, собираем золото, собираем реликвии, копим благословения. Диск судьбы крутим один раз, выпадает рандом золото или реликвия. Лагерь судьбы. Здесь мы можем нанять одного из трех командиров. Если вы выберете командира, которого у вас нет, он будет 40 уровня. Все 4 навыка будут в один. Советую выбирать командира, который у вас есть и хоть как-то прокачан. А я еду в Порш, Порш горит, наблюдая за вокруг темное, вокруг горит Порш, Порш в обмен, на мне брат, что ты против взамен. А я еду в Порш, Порш горит, наблюдая за вокруг темное.
а я еду в Порш. А я еду в Порш.